У Следственного управления Следственного комитета Почувашии новый руководитель. Указом президента России на эту должность назначен Александр Полтинин. Сегодня его представили коллегам. На протяжении 10 лет Александр Полтинин возглавлял Приволжское следственное управление на транспорте и долгое время работал в органах внутренних дел. Перед новым руководителем стоит немало задач. Главное – обеспечить эффективность расследования уголовных дел. За время службы в должности руководителя следственного управления Александр Владимирович проявил себя с положительной стороны как настоящий руководитель и профессионал следственной работы. За 20 лет службы в органах прокуратуры, МВД и Следственного комитета Александр Владимирович накопил практический опыт руководящей работы и профессиональные знания. У нас следственным управлением выстроены эффективное, результативное взаимодействие. Я искренне благодарен за это Александру Петровичу Мигушеву вместе с вами. Сегодня же в торжественной обстановке Александру Полтинину вручили служебное удостоверение. Новый руководитель намерен и дальше выстраивать взаимодействие с правоохранительными органами. Предшественник Полтинина Александр Мигушев переехал в другой регион. Он возглавил управление Следственного комитета «Авмариэл». Я уверен, что приложу все силы в деле становления законности и правопорядка на территории Чувашской республики. Честь имею.